Побережье озера Алаколь продолжает кардинально меняться. Несмотря на то, что купальный сезон уже заканчивается, поток туристов на Алаколе только усиливается. По сравнению с 2017 годом, количество отдыхающих в Урджарском районе выросло в 2 раза. 15 тысяч туристов ежедневно приезжают на Алаколь. По словам местных властей, в связи с огромным потоком отдыхающих, они усилили безопасность всех туристических объектов, а также улучшили освещение у побережья. Провели благоустройство набережной, приложили усилия, чтобы повысился и сервис обслуживания отдыхающих. На благоустройство из областного бюджета выделено 1 миллиард 600 миллионов тенге. Работы еще не завершены. Сейчас полным ходом идут строительные работы. Планируется, что они будут завершены уже скоро. У многих отдыхающих уже стала традицией свой отпуск проводить на Алаколе. Это туристы из Аягуза. Они каждое лето приезжают сюда, чтобы не только отдохнуть, но и получить лечебные процедуры. Давление у меня. Но когда я приезжаю сюда, то у меня давление нормализуется. Мы здесь отдыхаем 5 дней. Если появляется сыпь, то здесь на Алаколе все исчезает. Добавим, что скоро на побережье Алаколе будет установлен бесплатный Wi-Fi. Данное место отдыха планируют улучшить до международного уровня. Зариша Ахмеджанова, Арнур Шакирханов, Ерик Леухан, Алтай. Ахпарат.